На вооружении зенитчиков находятся зенитные ракетные системы ПВО С-300 «Марин» и С-400 «Нарюк». По своим характеристикам эти комплексы не имеют аналогов в мире и все способны заморозить нас. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, уважаемые граждане Российской Федерации, от главнокомандующего военно-воздушными силами России, от министра обороны, от верховного главнокомандующего, поздравляем вас с Днем Победы! Желаем всем крепкого здоровья, счастья, удачи, успехов и долгих лет жизни! Подвиг русского солдата бессмертен! Низко кланяемся погибшим! Вечная память в наших сердцах!